Участие в ярмарке учебных вакансий принимали 11 учреждений среднего профессионального образования. И не только из Ельца, а со всей Липецкой области – Задонск, Лебедянь, Липецкий технический университет. Такие ярмарки важны не только для школьников, но и для самих учебных заведений. Это непосредственный контакт представителя учебного заведения с абитуриентом, возможность ему более подробно узнать. Может быть, кто-то зажимается, кто-то волнуется, кто-то еще. А когда непосредственный личный контакт, то абитуриент получает намного больше информации. И даже для тех, кто уже определился с выбором будущей профессии, ярмарка учебных вакансий помогает подробнее узнать не только о том, чему предстоит учиться, но и как будут проходить эти годы. Проводим регулярно среди выпускников 9 классов и 11 классов в течение всего учебного года тестирование по профдиагностике. И мы надеемся, что вот такие достаточно серьезные глубокие тесты в этом им помогут. Такие ярмарки проводятся в регионе уже более 20 лет, в том числе благодаря им удается выравнивать дисбаланс на рынке. В этом году по результатам опроса выпускников 9 классов 60% планируют поступать в учреждения среднего профессионального образования. Но, тем не менее, пока все еще сохраняется преобладание гуманитарных направлений и специальностей. Их все-таки порядка 70%. И только 30% сейчас все равно хотят работать в будущем по направлениям естественного технического цикла. Свою лепту в решение кадрового вопроса в Ельце вносят и предприятия города. «Энергия» выступает за возрождение института школьно-производственных комбинатов, а сотрудничество Елецкого госуниверситета с предприятием «Елец-гидроагрегат» привело к появлению в ВУЗе инженерно-конструкторских специальностей. Максим Бобро, Дмитрий Горячев, Андрей Плотников, Елец ТВ, Липецкое время.